История из жизни в преддверии зимы, ожидания лета, любовь людей впервые прозвучит на сцене Ульяновского театра драмы 23 ноября. К сожалению, из-за локдауна премьеру пришлось отложить, но она состоится. Спектакль поставлен по пьесе современного белорусского драматурга Дмитрия Богославского, которую выбрала сама труппа театра после серии летних читок. Эта пьеса очень привлекает по двум причинам. С одной стороны, это плоть от плоти, такая вот эта новая русская драма, с ее темами, смыслами, с ее обращением к сегодняшнему человеку, к такому человеку без катун, без прикрас и так далее. С другой стороны, в отличие от большого количества других текстов, других иных жанров, иных стилевов, с иными такими корнями, да, это очень такая классическая, традиционная драматургия в основе. Сейчас актеры находятся в предвкушении премьеры, эмоции их переполняют. На встречу с журналистами они пришли полным актерским составом. Героиня моя, скажем так, обычная женщина, которая хочет быть счастливой, у которой двое детей и желание любить, быть любимой. Все очень просто и понятно, с одной стороны. Вот. И потом, как это все развивается, доведенная до отчаяния, она совершает, там, будем говорить, некий поступок. И как потом это все ее чувство вины, съедающее изнутри, как это все на нее действует. В спектакле есть все, с чем мы сталкиваемся в реальной жизни. Конечно же, любовь в разных формах на первом плане. Не обходится без интриг, ужасных тайн и трагедий. История кажется простой. Многие смогут в ней увидеть своих знакомых, соседей, родственников. Но чем она заканчивается, вы сможете узнать, только посмотрев спектакль. К сожалению, в связи с непростой эпидемиологической ситуацией, зрителям придется соблюсти некоторые требования нахождения в театре. Слава богу, нам разрешили заполнять зал на 50%, но то, что зрители должны приходить с QR-кодами, со справками, ПЦР и дальше как бы документами, оно немножко осложняет сам процесс входа. Но тем не менее, конечно, мы ждем каждого, мы очень рады нашим зрителям. И самое главное, наш коллектив весь 100% за минусом медицинских отводов вакцинирован. Зрители, которые придут на премьерные показы, ждут сюрпризы. В фойе театра заработает фотовыставка, посвященная премьере спектакля «Любовь людей». Также счастливчики получат в подарок открытки, созданные по мотивам фотовыставки. Ирина Антонова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.